Салам алейкум, с вами Султан Аскеров. Этот ролик снимается в связи с тем, что был задан вопрос одним нашим братом про М-пакет, BMW М-пакет. Этот наш брат спросил, М-пакет выпускает ли Германия и вообще, где выпускаются М-пакеты BMW. Ну, на этот вопрос ответ простой. М-пакет выпускает и Германия, и Америка. Но есть разница. Разница в чем? Допустим, которую я пригнал машину, она М-пакет, но с Америки. Американка. Разница в чем? В американских есть вот этот кожаный салон, который есть. Он паркеровская. Кожа паркеровская называется. Паркер фирма. И эта фирма только... эту кожу выдает, ну, так можно сказать, на использование BMW, М-пакетом в Америке. Допустим, можно увидеть X6, X5, но там, если она с Германии, паркеровской кожи там не будет. Отличие паркеровской кожи от другой кожи, эта кожа, она летом прохладная, на ней не потеешь, допустим, крепкая, не рвется. Что еще добавить? В общем... В коже большую, ну, большая разница, она не вытягивается, понимаете? Вот, допустим, сидишь на простых салонах, а когда поднимаешься, вот остается, извините меня за выражение, от задницы место, да? А вот на паркерской коже такого не бывает. Она такая, как бы, крепкая. А, допустим, вот что-нибудь там зацепишь, не рвется, не царапается. А, как я говорил, охлаждает. Так что М-пакеты есть и в Германии, есть и в Америке, но в Америке, ну, это мой взгляд, я не знаю, каждый по-своему смотрит, мой взгляд, американки круче, мне кажется, чем М-пакет, который в Германии. Так, что еще я хотел добавить? Три. Что еще я хотел добавить, главное, между американским М-пакетом и германским М-пакетом. Если вы заметите, даже в интернетах смотрите, когда на фотографии, допустим, 535-я, пусть это будет, или другая какая-нибудь, сам перед есть облицовка, вот это вот, бампер. В американских М-пакетах идет спортивный. И по бокам тоже вот такие выхода, ну, как бы выход идет, такие, как крылья, подвески сами. А на германских там уже вид другой, там спортивного вида нету, больше как классика. В общем... Поэтому я выбираю американские М-пакеты. Они спортивные, вроде и салон лучше. Ну и германские, конечно, качественные. Но я выбираю М-пакет Америка. С вами был Султан Аскеров. Задавайте вопросы, буду отвечать. А еще в следующем ролике, следующий ролик, наверное, завтра снимем, по возможности, Аллах даст, снимем. Будет насчет чего? Вы знаете, в машинах, именно в BMW, много секретов. И хочу посвятить этот ролик, пусть он будет связан с секретами BMW. Так что подписывайтесь на мой канал, если есть возможность. И ждите следующее видео. Всем салам алейкум.